Северской ДЮСШ уже 18 лет работает тренер-преподаватель по спортивной акробатике Диана Горохова. Диана Равкатовна – основатель и бессменный руководитель студии спортивного танца «Диана». Воспитанники студии со всего Северского района. Под ее чутким руководством юные спортсмены побеждают на соревнованиях различных уровней и получают спортивные разряды, в том числе и разряды мастера спорта. В копилке команды Дианы Равкатовны победы на всероссийских и международных конкурсах и спортивных соревнованиях. Полифония сердец, танцуй, всероссийские соревнования по акробатике в Великом Новгороде, городе Волжске, город Тверь, Санкт-Петербург. Все это далеко не весь перечень побед. Эти девочки, Кузина Анна, Горохова Анастасия, Волонтерец Анна, в настоящее время являются кандидатами в мастера спорта и готовы к выполнению звания мастер спорта Российской Федерации. А сама студия спортивного танца «Диана» вот уже много лет является образцово-показательной. Многое Диана Горохова делает и для Северского района. На всех праздниках талантливые акробаты студии «Диана» радуют жителей своими показательными выступлениями. Диана Равкатовна – победитель краевых конкурсов по организации физкультурно-спортивной работы с населением. Самое отрадное в нашей работе – это то, что выпускники не забывают наш зал. Все эти годы и силы, вложенные в наших учеников, они никогда не проходят бесследно. Все дети приходят, здороваются, узнают, как дела, как здоровье, как успехи у новых учеников. Несмотря на все трудности, я всегда в своих учеников верю и хочу, чтобы у них всегда все получилось. Успех спортивной студии «Диана» обусловлен стилем руководства Дианы Равкатовны. А это высокий уровень знаний, навыков, умений, авторитет, любовь к своему виду спорта. Требовательность и принципиальность тренера в сочетании с новаторством, повышением своего спортивного мастерства. Тренер обладает высоким доверием, ведь прежде всего она воспитывает будущее поколение. Я безумно благодарна своим тренерам, то, что они сделали из меня человека, и они... воспитали меня, и я есть тот, кто я являюсь. Для своих детей Диана Горохова – безусловный лидер и пример. Ее любовь и поддержку дети чувствуют от самого первого посещения и до выпускного вечера. На стене спортивного зала висит очень значимый лозунг «Мы побеждаем и проигрываем вместе». В этом вся Диана Равкатовна. Ее жизнь идет вместе с детьми. Дружный, большой коллектив вместе идет в первый класс. Вместе учится читать и считать. Учится жить в коллективе, быть одной дружной семьей. Здесь принято отмечать праздники и дни рождения. Вместе со всеми принимать в строй и очень неохотно выпускать из своих стен в большую взрослую жизнь. Для своих детей, а всех своих воспитанников, эта хрупкая женщина считает своими. Она не только тренер, психолог, диетолог и такой же родной человек, как мама.